Что, Славушка? Что такое? Соскучился? У Герды был я, у Герды был. Косточку будешь? Да? Прям хочешь косточку? Мыся хочет косточку? Раз. Тут нам мама Маша-то оставила. Так, идем. Садись. Сидеть. Подожди. Сейчас все дам. Бра-бра. Сейчас все полы ты мне тут уделаешь, да? Забирай. Не, я держать не буду. Теперь тебе можно косточки. Ты же у нас теперь беззубик. Очень любит эту штуку. Любил. 2 года не давали, пока зуб больной был. Вот. А теперь вот уже вот теперь можно. Вкусно, что ли? Тут не то, чтобы поесть, это скорее семечки такие, побаловаться. Мне очень нравится. Их зубки заодно чистятся. Сейчас скажу, все тут вам уделаю. Заслюнявлю. Господи, как это вкусно выглядит. Я даже сам хочу косточку. Прикольный ракурс получился. Полдник, да, Мисёш? Да ведь? Полдник? Не отвлекай, я занят. Ты чё мой хороший? Лопы-лопы. Подержать. Там на Маше еще одну оставлял. Там еще маленькие есть. Ты чего? Что случилось? Еще одну дать? Она сказала, что вот эта вкуснее маленькая, которая. Это там больше мяски оставила она специально. Будешь такую? Вот другую. А. Ой-ой-ой. Я у тебя не отнимаю. Я тебе наоборот предлагаю еще одну. На. Вот и батюшки мои. Серьезно? Да кто у тебя что отнимает? Мне твоя кость не нужна вообще. Она вся твоя. Я ему, значит, косточки вкусные даю. А он на меня рычит. Это что такое? Зачем рычишь на меня? Вот косточка еще. Маша сказала, это вкуснее. Вот это вот. Блин, я, конечно, пробовал ее, но она была уверена, что та вкуснее маленькая. Господи, какой ты чумазостого тут устраиваешь вообще. Ужасное. Жуткую жуть. Маши дома нет. Да что такое? Что такое? Кто у кота хочет отнять кость? Никто даже вот не помышляет о таких вещах. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Что ты там жуешь-то? Там нет столько, сколько ты нажевываешь. Ну, Сюш, вот это попробуй. Вот эту вот. На вот эту. Там мясо больше на ней. Там прикольнее грызть. Мой сладкий какой-то. Гусик морщит.